Решение о праздновании Дня независимости 3 июля в день освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Военный парад, концерты, выставки и танцевальные вечера, программа торжеств насыщена и из года в год становится все ярче и интереснее. В городе над Бугом проходит последнее приготовление к празднику, который обещает стать действительно масштабным и всеобщим. Этот государственный праздник в городе Бресте пройдут традиционные мероприятия. Вот это прежде всего, наверное, стоит сказать, что на площади Ленина вечером с 21 до 23 будет праздничный концерт. Вот, и логическим завершением этого концерта будет такая акция «Споем гимн вместе». Вот, кроме этого, с утра будет проходить возложение в 10 часов утра на площади Свободы, затем в Брестской крепости с участием общественности города, ветеранов. Вот, в Ленинско-Московском районе тоже пройдут праздники микрорайонов. В Московском районе в парке воинов-интернационалистов, в Ленинском микрорайоне Речица. Белорусский республиканский союз молодежи уже готов к празднованию Дня независимости. И в этом году брещан ждут лучшие диджеи и только самая популярная музыка на городском пляже в рамках проекта Open Air. Это очень значимый день для молодежи страны и области. В преддверии этого дня молодежь проводит ряд мероприятий, такие как День молодежи с БРСМ в Парке культуры и отдыха 28 июня. 3 июля это пляжная дискотека на спасательной станции в городе Бресте. Традиционными для молодежи стала раздача красно-зеленых ленточек, которые символизируют День независимости Республики Беларусь. Важность суверенитета для любого государства – это истина, которая не требует доказательств. Поэтому тема предстоящих торжеств, безусловно, является важной, но не единственной, так как гораздо ценнее ощущение единения и сплоченности наций, которое проявляется сильнее всего именно в такие праздничные дни. День независимости – это праздник республики, ну и праздник самого народа, который будет отмечать весь народ 3 июля. И прежде всего, это свобода для нашей страны во всех отношениях. Мы независимая страна. Вот, у нас свои законы, своя власть, своя конституция, которой мы подчиняемся и которую мы уважаем. Я считаю, что этот праздник важен. То есть надо такие, чтобы были массовые мероприятия. Красиво город украсили, что немаловажно. Анастасия Трухнова, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.